должны быть на карте России? Конечно, должны быть. Я обращаюсь к оренбуржцам, хотел бы, ну, пожалуйста, проголосуйте за них. Но и здесь хотел бы обратиться и к средствам массовой информации. И даже многие живущие в Оренбурге не знают об этом месте, о таком, как Верблюд-гора. Про Бузулукский бор слышали, но ни разу не были и не видели, да? Про соленые озера тоже не все знают. Сейчас услышали о том, что туда... Вот представьте себе, что в прошлом году около 1 000 000 человек приехало туда. Я был в Минводах, и вот в Кисловодске мне сказали, что за лето в прошлом году в Минводы приехало, в Кавминводы, 340 тысяч человек. Когда я сказал, что она к нам в Соль-Илецк, за 3 месяца приехал 1 000 000 в городок, где 20 тысяч проживает. Всех это удивило. Поэтому и вы тоже больше рассказывайте о таких вот красивых местах. Показывайте. Вот сейчас спроси из вас кого-нибудь, а кто из вас видел Верблюд-гору, даже на фотографии? Я видел. Ну, единицы, да? Картинки. Ну, мне пора, там люди неудобно с детьми. Хорошо? Юрий Александрович,